Наша программа продолжается, и сейчас к вашему вниманию будут представлены авторские песни, те песни, которые были написаны, которые родились уже в их собственном сердце, когда, знаете, когда ты находишься в Божьем присутствии, когда мы молимся, даже когда мы не являемся композиторами, но я думаю, у каждого христианина в его сердце рождаются слова благодарности, слова благословения, слова радости, которые мы, конечно же, хотим сказать нашему Господу. Поэтому, пожалуйста, еще раз под наши аплодисменты авторские песни этой чудесной наших друзей. Аминь. Милость не твоя.